Доброе всем утречко. Сейчас 6:30 утра. На дворе идет дождь. И сегодня, если позволит погода, я хочу подняться. Сейчас вам покажу. Вот на эту гору. Правда, я пока еще не знаю, где точка подъема. В интернете также об этом ничего не пишут. Но спрошу у местных и постараюсь сегодня туда попасть. В интернете только пишут, что оттуда открывается вид на 360 градусов. Довольно-таки хороший. Так что я буду первым, наверное, кто вам покажет и расскажет, где же начало этого пути. А пока что вот такие вот виды. Город постепенно просыпается. Прогреваются лодочки, моторчики. Город готовится к встрече туристов. Пока что все заволокло вот такими вот тучками. Очень и очень красиво. Вот такой он мостик через речку. И это одна из достопримечательностей этого городка, так как с этого мостика открывается очень красивый вид на реку и на горы. Я сейчас нашел вот такую вот дорожку и немножко пройдусь по ней. Посмотрю, куда же она ведет. Это под этой горой дорожка идет, согласно интернету, на которой есть смотровая площадочка. Вот здесь начинаются реальные джунгли. Довольно-таки красивенько. Вот впереди пасутся буйволы. А здесь получается куча камня. И вот, наверное, это дорожка, которая ведет на смотровую площадочку. Нет, эта дорожка уже не ведет на смотровую площадку. Здесь случился обвал. Поэтому спросим у местных, куда же нужно идти. Вот нашел такую вот надпись, что viewpoint, то есть обзорная площадка, сейчас находится, вы видите, в какую сторону. Нужно идти вот по этой дороге. Это получается за мостом. Если смотреть на течение, то течение реки идет вниз, значит, и вы стоите по отношению к течению лицом, то получается слева дорога. Дорога слева находится, и по этой дороге, согласно указателям, вы попадете на смотровую площадку. Спустя некоторое время дождь прекратился, и я пошел к этой смотровой площадке. Вот это ее главный вход. На входе сидит кассир, и вам нужно выложить 20 тысяч кип. Кстати, вот эта бомба, которая не взорвалась, которую бросили на Нонгхьяв, но которая все же по счастливым обстоятельствам не взорвалась. И вот сейчас служит символом мира и добра. Вот это мы выходим за двор этого дома, в котором стоит касса, и выходим непосредственно в джунгли. Вначале дорожка довольно-таки простая, довольно пологий уклончик, и
условно гуляешь себе где-то по огородам, получается. Но со временем дорожка становится все стремительней, потому что углубляется в джунгли и в гору. Местами тропинка выходит из джунглей и открываются вот такие вот красивые виды на горы и на сам городок. Высота подъема на смотровую площадку около 800 метров. И согласно тому времени, которое написано было на входе, нужно потратить приблизительно 1,5 часа на то, чтобы подняться на эту смотровую площадку. У меня, конечно же, ушло меньше времени, но если вы не очень-то и любите подниматься, и у вас с этим проблемы, то времени может потребоваться и больше, нежели 1,5 часа. Местами тропинка довольно скользкая и опасная. В сильные дожди сюда попросту не нужно лезть. Но вопреки даже своей коварности, тропинка очень живописна. В некоторых местах она без подъемов. В других нужно обходить каменья и коряги. Ну а это небольшая площадка для отдыха тех, кто устал при довольно-таки простом подъеме, кстати. Можно посидеть, покататься на качельке и поймать релакс какой-никакой. А вот и еще две качельки, если первая была занята. Они находятся немножко выше предыдущей. А вот в таких местах будьте особенно внимательны. Здесь скользко и опасно. В некоторых местах есть такие вот указатели, которые показывают, куда же нужно идти. А вот еще одно очень опасное место. Здесь сплелись коренья и особо скользко. Комаров я здесь не встретил, но очень и очень парно. Влажность 100%, так что пот с вас будет течь рекой. А вот эта лавочка здесь стоит неспроста. Отсюда открывается красивый вид на Нонг-Кьяв. Правда, мне не очень повезло, все закрыто туманом. Местные позаботились и местами установили такие вот поручни из бамбука. Еще одно место с красивым панорамным видом на городок. Кип уплочены не зря. Местами местные даже сделали ступеньки. А здесь дорога превратилась в каламбур, и прежде чем идти, нужно было подумать, куда же ступать. Местные здесь протянули канат.
где-то в середине пути все вокруг покрылось туманом. Есть и очень опасные участки дороги, и нужно быть особо осмотрительным. По пути к вершине есть несколько информационных табличек. Это, кстати, еще одно место для отдыха, если вы измучились. А вот ближе к вершине тропинка идет особо стремительно. Но лично мне этот трек понравился безумно. Если бы было бесплатно, я бы на него ходил, наверное, каждый день. А здесь, наверное, открывается еще один красивый вид на городок, но отнюдь туман. Местами тропинка проходит через природные тоннели бамбука. Пейзаж просто сказочный, а туман еще и прибавляет таинственности. А конкретно это место было самым скользким и самым опасным у меня на пути. Но, как видите, я его преодолел. Идем дальше. А здесь смешное предупреждение не разжигать огонь. Как же его здесь разжечь, если 100% влажность? Все же вокруг мокрое. А это участочек самого трудного отрезка подъема. Но что поделать, хочешь увидеть вершину? Нужно идти вперед. А здесь каменный туннель. Особо тучные здесь не пролезут.
И вот такие они вот джунгли Лаоса. В этих местах запросто можно было снимать «Властелина кольца». Удивительно, но здесь не поют ни птицы, ни даже сверчки. Тишина и туман, и ты. Знак указывает, что еще 200 метров и 5 минут, но кто-то это перечеркнул и написал 30 минут. Наверное, какие-то дохлые смельчаки, которые уже еле ползли. А дорожка-то на этом участке и совсем не сложная. Ближе к вершине почти везде растет только бамбук. А вот, наконец, и смотровая площадка. К моему приходу здесь уже было несколько туристов. Всю панораму скрыл туман, и туристы ожидали чуда. Временами он рассеивался и открывались чудесные виды, которые мне очень понравились. В такие моменты чувствовал себя совсем не в Лаосе, минимум где-то в горах Тибета, недалеко от Эвереста. Но помечтать же не вредно. На этих табличках просят не разбрасывать мусор, где пропало, короче. Ну вот посмотрите, разве скажете, что это
Лаос. Запросто. Тибет. И все поверят. Момент съемок в тумане мне понравился даже больше, нежели потом, когда он исчез. Горные вершины спят в тиши ночной. Помните? С момента моего прихода прошло где-то часа два, а туман так и не рассеялся. А это пришли новые туристы. Две туристки из Франции с нетрадиционной ориентацией. Большинство же туристов не смогли дождаться, когда туман разойдется, и по-тихому уходили. Плохие из них рыбаки. Посидели 10-15 минут, не клюет, да и ну ее эту рыбалку. Пойдем лучше побухать. Спустя полчаса пришли еще два туриста из Сингапура. И вот мы, такие самые стойкие, все-таки дождались того момента, когда туман рассеется. Туман не сразу ушел, он долго сопротивлялся, но все-таки постепенно ушел. А на часах к этому времени уже было в районе 12. Примите во внимание, что поднялся я на гору без чего-то 10. Вот какой я рыбак. Ждал долго, но дождался результатов. Очертания будущей панорамки постепенно прояснялись. И они оказались красивыми. Вершины все еще укрывал туман, а вот с низин он постепенно ушел.
если у вас не найдется терпения ожидать, пока туман рассеется, то тогда лучше приходить сюда во второй половине дня. Туман 80%, что будет отсутствовать. А чтобы вы поверили, что дело было действительно в Лаосе, пришлось фотографировать и снимать на видео вот этот флаг. Спускаясь вниз, я запечатлел только наиболее красивые фрагменты пути. И пускай разыгрывается ваша фантазия, что вы видите перед собой. А вот такие они, смотровые площадки без тумана. Еще одна смотровая площадка в окне между джунглей. И еще одна. Утром она была сокрыта туманом. И еще, и еще. Короче, их здесь много. А здесь к камере пристала надоедливая муха. Час дня. Эти туристы точно на туман не попадут. Они попадут на хорошую панораму. Но все относительно. Мне, например, в тумане понравились намного больше все достопримечательности. Итог этой сказки таков. Сюда стоит и нужно подниматься. И 20 тысяч кип – это ерунда по сравнению с теми видами и с теми ощущениями, что вы получите, когда будете подниматься и спускаться на смотровую площадку номер 1. Но есть здесь еще и смотровая площадка номер 2. Она у меня в планах.
А теперь разрешите откланяться. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч, друзья! С вами были Ромеро Гира и смотровая площадка номер 1 близ городка Нонг-Кьяв, Лаос.